Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня у меня на обзоре новый проект по заработку криптомонеты Tron. Это инвест-проект. Называется TRXRS.com. Мое видео носит только информационный характер. Я показываю, как я работаю и зарабатываю в подобных проектах. Регистрация здесь стандартная. Здесь будет инвайт-код, мобильный телефон или цифры, похожие на мобильный телефон. Прописываем пароль. Повтор пароля у меня прошел. Одинаковый пароль. Нажимаем «Зарегистрироваться». Ну, вход как бы вот по этим цифрам. И паролю. Логин. Попали в кабинет. Это домашняя страничка Home. Значит, депозит. Вывод. Моя команда. Здесь партнеры. Ну, типа биржи всякие. Это мобильное приложение. Поделиться. Реферальная ссылка. Это инвест. Сюда я не захожу. Ну и все, в принципе. Ну, бонус тут дают, конечно. Бонус здесь ни о чем. Здесь в основном идет начисление только от депозита. Минимальный депозит от 5TRX, как и всегда. Значит, кликнула я депозит. Трансфер to Basic. Сразу сделаю депозит, так как депозитом обрабатывается несколько минут. Дается QR, вот этот код, я им не пользуюсь, и адрес кошелька, куда нужно перевести монеты. Скопировала, перехожу в TronLink кошелек и отправляю монетки. Ставить сюда сумму, буду я закидывать 10 монеток. Отправляю, подтверждаю. Проверяю. Вот 10 монеток я отправила. И обязательно нужно кликнуть вот на красную вкладочку о том, что я сделала депозит. Чтобы сразу пошли начисления, как бы, да, обработался этот депозит. По трейдингу у нас здесь плюс 5% от TRXRS. Будет начисляться здесь также реферальная ссылочка. Копируем. Она автоматически копируется и кабинет. Вот. Ну, вот здесь написано, что от 5TRX как бы депозит. Здесь контакт use. Здесь Telegram группа, можно присоединиться. Сервис Telegram. Моя команда. Три уровня партнерской программы. Далее. Это что у нас? А, это тикет. Если возникнут вопрос. Трансфер. Значит. Ага, вот бонус, смотрите. Вот этот при регистрации, как я уже сказала, он ни о чем. Вот мой депозит 10TRX. И плюс мне еще начислили 0.5TRX. Как бы такой вот. Так, что еще здесь? Ну и все в основном. Давайте проверим его сразу на вывод. Можно депозит сделать отсюда. И здесь вот вкладочка «Вывод». Также есть промо-аккаунт. Можно вводить безлимитно, если будет что. Ну и базик у меня на балансе 0.50 монет. Это мой ежедневный лимит. Идем в Tron кошелек. Значит, я копирую адрес. Сюда я вставляю сумму. 0.5
Нет. Ага, да. Сюда сумму, отсюда вот адрес. Пароль стоит уже по умолчанию. Кликаю вывести. Что мне написали? Так. Дневной лимит вывода представить. Ниже одного. Ага. Значит, здесь минималка на вывод от одного. Вот не может быть ниже одной монеты. Ну ладно, значит, я сейчас пополнюсь еще на одну монетку. Ну такого мне впервые. Сделаю депозит еще на 10 монеток я пополнюсь. Копирую адрес. Кликаю send. Так. И кликаю еще 10 монеток. Подтверждаю. Ну и того у меня будет депозит 20 монеток. И проверяю. Монетки мои ушли. Нужна перезарядка завершена обязательно. И нужно подождать, когда придут монетки. Монеты вывод обрабатывается там, ну, вот, несколько минут. Давайте поставлю на паузу. Или перезагружу. Нет, монетки еще не поступили. Как поступят, я продолжу видео. Ну вот прошла буквально минутка. Монеты мои поступили. У меня вот одна монетка ежедневного лимита. Значит, прописываю сюда одна монетка. Копирую адрес. Вот. Копирую адрес. Вставляю. И кликаю вывод. Все. Монеты мои вывелись. Переходим. Link. И вот плюс одна монетка. Ежедневно я буду выводить по одной монете. Вот. Такой вот проект. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!